Дорогие друзья, с вами школа вязания Лоррейн Вохард. Сегодня мы с вами рассмотрим восхитительную технику интерлак, которая чаще всего применяется на спицах крючком. Но мы с вами сегодня ее применим на машине удобно, без бросовой нити и без вспомогательных спиц. Я продумала, как это сделать на машине максимально удобно и максимально быстро. Нам потребуется работа с блоками. Блок может быть абсолютно любой величины. Количество набранных петель должно быть кратно количеству петель в блоке. Я предлагаю нам для начала использовать блок на 8 петель. Я набрала для образца количество петель кратное 8. У меня в работе 32 иглы, что соответствует 4 блокам по 8 игл. Итак, провяжем после выполнения заработка. Например, 4 ряда. И перейдем на частичное вязание. Частичное вязание здесь в интерлак у нас будет очень много. А сейчас мы с вами приступим к выполнению первого блока, который, как я уже сказала, мы будем вязать на 8 иглах. Оставим в работе одну иглу. Каретка в положении частичного вязания. Счетчики рядов вы можете отключить, они здесь не понадобятся. Провязываем 2 ряда. Не нужно ни обвития, ничего. Просто провязываем 2 ряда на одной игле. Вводим в работу вторую иглу. Третью. Четвертую. Пятую. Седьмую, восьмую. Итак, наш первый блок из 8 петель готов. Самое время перейти к вязанию второго блока. Второй блок вяжется абсолютно аналогично, как и первый. Одну иглу вводим в рабочее положение. Единственное, что мы теперь должны убрать из работы, иглы первого блока. Провязываем второй блок точно так же до 8 игл до 8 петель. После того, как и второй блок из 8 игл готов, провязываем третий и четвертый, аналогично первым двум. Будем считать это первым рядом интерлак. Важно запомнить, что в интерлак нечетные и четные ряды начинают вязаться по-разному. Для машины это очень удобно, потому что вам нужно запомнить, как вяжется ряд слева направо и как начинает вязаться ряд справа налево. Этот ряд можно считать рядом заработка, но тем не менее мы будем его считать как первым. Для вязания второго ряда интерлак подхватываем полупетлю низлежащего ряда первой левой иглы, навешиваем на соседнюю 8 игл последнего четвертого блока, переводим во внерабочее положение. Далее мы будем с вами действовать следующим образом. В работе должно быть постоянно в блоке 8 петель, даже если это частично вывязанный блок, но их тем не менее 8. Итак, сейчас у нас первая петля блока и 8 последующих. Итак, провязываем первую петлю, как мы уже привыкли, потом навешиваем на нее вторую. Провязали. Для второго ряда берем полупетлю низлежащего ряда, навешиваем ее на соседнюю иглу влево. И можем поступить двумя путями. Либо снова сократить предыдущий блок на одну петлю путем докировки одной петли, либо переместить петли ближе к рабочим. Опять-таки у нас с вами 8 игл в блоке.
провязываем 2 ряда, выполняем прибавку одной петли из полупетли низлежащего ряда слева, предыдущий блок сокращаем на одну петлю, провязываем 3 петли. Снова предыдущий блок сокращаем на одну петлю. Здесь добавляем петлю из полупетли низлежащего ряда. Провязываем 2 ряда. Действие повторяем до тех пор, пока в предыдущем блоке не останется 0 петель, 0 задействованных игл. Можно декировать петли вот таким образом, а можно декировать петли при помощи многоигольного декера. Если вы используете декировку петель при помощи многоигольного декера, не забывайте потом иглы, не участвующие в работе, выводить в переднее нерабочее положение. Снова добавляем одну петлю в работу из полупетли низлежащего ряда. Для того, чтобы вам не сбиться и проверить себя, постоянно проверяйте количество игл в блоке. 2, 4, 6, 8. Провязываем. Напоминаю, мы убираем петли предыдущего блока до тех пор, пока их не останется 0. Снова вводим в работу одну петлю. Добавляем ее из полупетли низлежащего ряда, а здесь предыдущий блок сокращаем на одну иглу. Провязываем 2 ряда. И у нас остается с вами последняя петля, последняя игла. Закрываем. Ну а здесь навешиваем. Мы получили 8 освободившихся игл последнего блока первого ряда. Именно благодаря этому смещению мы добились того, что нам не нужно использование ни бросовой нити, ни вспомогательной спицы. Теперь мы должны выполнить следующее. У нас есть 8 межузелковых петель. Подхватываем 8 межузелковых петель и навешиваем их на свободные иглы машины, которую мы до этого убирали в положение А. Каретку переводим слева направо, с левой стороны 8 игл убираем в переднее нерабочее положение. Возвращаем назад каретку. То, что мы только что делали с петлями последнего блока в первом ряду, то же самое выполняем со следующим блоком. А именно, будем провязывать прямоугольник в каждом втором ряду, выполняя сокращение блока низлежащего ряда на одну петлю за счет навешивания ее на крайнюю правую иглу. Провязываем 2 ряда. И здесь опять-таки вы можете воспользоваться методом убавки петель многоигольным декером. При этом не забывая в переднее нерабочее положение каждый раз выводить иглы, которые не должны участвовать в работе. Провязываем 2 петли. Либо одноигольным декером, перемещая петли. В этом есть определенный минус. Минус стоит здесь исключительно в том, что создается большое натяжение, и вряд ли вам натяжение позволит оставить промежуток свыше 3 игл. Но можно поступить следующим образом. Когда натяжение станет слишком сильным, сократить его путем переноса игл поближе. Какой способ выберете вы, смотрите на ваше усмотрение. Здесь мы снова сокращаем предыдущий блок до тех пор,
пока его иглы полностью не уйдут в положение А. Еще хочу вам показать один минус при том, когда мы переносим по одной петле. Там, где натяжение между петлями становится слишком сильным, образуются вот такие вот отверстия. Видите, да? То есть там, где я перемещала по одной петле, образуются вот такие отверстия. Я вам рекомендую все-таки не полениться и выполнять докировку петель многоигольным декером. По этой причине я выбрала блоки на 8 иглах. Именно потому, что максимальный декер у меня для этой машины на 8 игл. Приступаем к выполнению следующего блока. Провязываем ряд слева направо. 8 игл убираем в переднее рабочее положение. 8 игл в работе. Возвращаем каретку. И все-таки не будем ленивыми. И будем перемещать петли при помощи многоигольного декера. Для того, чтобы получить красивый результат. Главное, не забывайте, после того, как вы выполнили декировку, вернуть иглы в положение Е. В работе должно быть исключительно 8 игл. Следите за этим, пожалуйста. Таким образом, мы с вами вяжем второй ряд интерлак. Второй и впоследствии все четные ряды. Конечно, если у вас прямо сейчас нет многоигольного декера, но связать интерлак уж очень хочется, вы можете использовать те декера, которые у вас есть, и переносить петли по одной. Ну а потом, когда натяжение становится невыносимым, максимально игольным, который у вас есть. Но я все-таки предпочитаю способ переноса петель на гаивольным декером. Тогда мы получаем по бокам красивые переходы без вот таких одиночных отверстий. Выполняем последний блок этого ряда. Проходим ряд слева направо на 16 иглах. 8 убираем. Если у вас блок из другого количества петель, проходим 2 блока. Предыдущий убираем из работы, возвращаем каретку и действие повторяем. Итак, друзья, мы практически подошли к окончанию выполнения второго ряда интерлак. Для того, чтобы приступить к третьему, пятому, седьмому, девятому, одиннадцатому и так далее, то есть ко всем нечетным. Начинаются они иначе, чем четные. Сейчас у нас, вы видите, да, работа отодвинулась на 8 игл. То есть начинали мы с 16 иглы. По правому краю мы с вами должны подхватить 8 межузелковых петель. Навешиваем их на иглы машины по 16 включительно справа от 0. В данном случае для нашего образца каретку переводим. Вот теперь слева направо. Слева. Слева иглы убираем из работы. Остается 8 игл в работе. Теперь мы с вами провяжем 2 ряда, после которых будем вязать следующим образом. Закрываем первую петлю. Провязываем 2 ряда. Закрываем вторую петлю. Провязываем 2 ряда. Третью. Четвертую. Пятую, шестую, седьмую и последнюю. У нас остается одна петля от блока. Подхватываем эту одну петлю и тянем ее на место 16 иглы. На иглы машины навешиваем
7 петель и вводим их в работу. Теперь у нас в работе 8 петель, начиная с 16 иглы. Теперь мы будем выполнять работу следующим образом. Подхватываем 8 петель второго блока на декер. Закрываем одну петлю путем навешивания на крайнюю иглу первого блока. 7 игл выводим в переднее нерабочее положение. Провязываем 2 ряда. Смещаем. Следующие 7 петель. Провязываем 2 ряда. Смещаем следующие 6. Провязываем 2 ряда. Главное, не забывайте выводить иглы в переднее нерабочее положение. Таким образом, мы не только вяжем наш блок, но и присоединяемся к предыдущему. Наш блок полностью выполнен. И вот 8 свободных игл. Самое время навесить 8 петель на 8 освободившихся игл. Каретка справа. Провязываем 1 ряд справа налево. 8 игл выводим в переднее нерабочее положение. Каретку возвращаем и действие предыдущее повторяем. Делаем с новым блоком все то же самое, что и с предыдущим. Когда мы движемся в обратном направлении, то есть в четных рядах, обратите внимание, то здесь у нас уже есть 8 межузелковых петель. Поэтому последние 2 ряда, несмотря на то, что здесь у нас 2 петли навешены на краевой, мы не провязываем. Либо провязываем в том случае, если хотим получить более ажурные блоки, между которыми будут отверстия. Я сейчас не хочу отверстий между блоками, поэтому я не провязываю. Провязываю первый ряд и, убрав 8 игл предыдущего блока, вернув каретку, я уже получила первую межузелковую петлю. Именно поэтому последнего удвоенного ряда нам и не нужно. В чем вы можете ошибиться при вязании интерлак на машине? Ошибиться вы можете, пожалуй, в 3 случаях. Первый – это если будете невнимательны и в связи с этим нарушите количество петель, количество игл в блоке. Второе. Это при начале вязания четных и нечетных рядов. Может быть, сейчас вы будете смеяться, но действительно многие сбиваются. Из-за невнимательности, опять же, и забывчивости, когда при декировке петель из переднего нерабочего положения будете забывать возвращать ненужные в работе петли во внерабочее положение. Но зато работа в технике интерлак невероятно увлекательна. Вы можете менять цвета, выполняя блоки пряжи разного цвета. Вы можете выполнять интерлак пряжей секционного крашения, как я делаю это сейчас, и получите шикарные результаты. Чем бы вы ни вязали интерлак, вы неизменно получите шикарный результат. Итак, смотрите, мы снова с вами вернулись к 16 игле слева от 0. Для вязания начала четного ряда мы каретку переводим как раз справа налево.
И сейчас приступим к выполнению четвертого ряда интерлак, который выполняется так же, как и второй. В предыдущий раз мы с вами начинали с того, что дополняли петлю из низлежащей петли. Я это сделала для того, чтобы вам было понятнее. Сейчас мы можем сделать немножечко по-другому. Возьмем первую петлю и сдвинем ее на один угольный шаг влево. Иглы предыдущего блока уберем в переднее нерабочее положение. Провяжем 2 ряда на первой петле. Добавим из полупетли низлежащего ряда одну петлю на соседнюю. Чтобы себя контролировать и понимать, что происходит, давайте посчитаем. 2 иглы в работе или 2 петли. Здесь 7, это 9. Наш блок состоит из 8 петель, 8 игл. То есть мы сейчас с вами должны выполнить декировку для того, чтобы сократить петлю предыдущего блока. 2, 4, 6, 8. Убираем 6 игл из работы. И, собственно говоря, мы с вами работаем по схеме предыдущего второго ряда интерлак. Для того, чтобы вы не путались в первых рядах четных и нечетных рядов, поначалу, пока вы не привыкнете к этой технике, вы можете либо постоянно пересчитывать количество игл в блоке, либо следить за тем, сколько игл выходит из работы. Но при этом не забывайте выполнять прибавки петель. То есть, как только мы убрали петлю в работе сразу 7, не забудьте добавить 8. Вот они, наши 8 игл во вне работы. Провязываем последние 2 ряда. В четных рядах мы это делаем, потому что у нас нет 8 межузелковых петель. Навешиваем эти петли на иглы машины, провязываем один ряд слева направо, у нас снова в работе плюс 8 игл к 16 изначальным, убираем петли и провязываем следующий четный ряд. Если вы хотите, чтобы даже вот таких отверстий у вас не было, хотя в интерлаке они допустимы, то вам придется использовать петли обвива, что не сложно, но при этом несколько затормозит вашу работу. Петли обвива создадут дополнительный объем, перекроют отверстие, а также немножечко поменяют вид перехода на изнаночной стороне. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Как видите, это красиво. Создается дополнительный рельеф. Отсутствуют отверстия. Иначе по-другому выглядит соединение. Но такой способ требует дополнительных трудовых усилий. И, конечно же, влияет на время работы. Вяжем столько рядов интерлак, сколько нужно. Сейчас мы с вами подойдем к вопросу, который волнует очень многих. И это как закрыть петли на интерлак. Люди говорят, да, провязать понятно, набрать понятно, а вот как же их закрыть? Вот давайте сейчас их будем закрывать. Итак, для последнего блока, помните, то есть я только что набрала 8 межузелковых петель. Порядки переводим слева направо. Для начала провяжем первый треугольник. Вы помните, первый треугольник провязываем точно так же, как если бы мы с вами начинали
вязать нечетный ряд. То есть провязываем по два ряда в начале каждого ряда, сокращая каждую первую. Ну что ж, мы с вами выполнили первый треугольник, перенесли петлю на 16 иглу. Далее набираем 7 межузелковых, навешиваем их на соответствующие иглы. 8 петель первого блока. Для начала провяжем первые 2 ряда. Для того, чтобы нам с вами закрыть наш интерлак, нам нужно перевести прямоугольники в треугольники. Для этого берем, сдвигаем нашу работу и закрываем первую петлю. У нас в работе сейчас 7 игл. Провязываем 2 ряда. Переносим следующие петли. Соединяемся с предыдущим блоком, а с правой стороны закрываем одну петлю. С правой стороны закрываем одну петлю. Докируем петли следующего блока. Закрываем петлю. Закрываем, а здесь переносим. Закрываем, а здесь переносим. Закрываем. Переносим. Итак, у нас снова свободных 8 игл. Провязываем последние. Вот мы получаем прямоугольник. Подхватываем 8 межузелковых. Квадраты или прямоугольники, что у вас получилось, зависит от вашей плотности вязания и вашей машинной пробы. Для того, чтобы закрыть петли, так как наши квадраты или прямоугольники идут зубчиками, для того, чтобы петли закрыть, нам нужно квадраты перевести в треугольники, с которых мы изначально и начинали. Петлю переводим на восьмую. Опять у нас их с вами 8. Провязываем первый ряд. Ну а далее повторяем действие предыдущего ромба в каждом втором ряду, закрывая одну петлю справа. И выполняя соединение с предыдущим блоком путем сдвига блока на один игольный шаг вправо, для того, чтобы иметь возможность соединить блоки и закрыть петли. В начале, когда мы с вами начинали, мы прибавляли петли для треугольника. Ну а когда мы закрываем, мы из уже имеющегося четырехугольника
выполняем убавку петель для того, чтобы из четырехугольника получить треугольник. Выполните закрытие ряда . Также напоминаю вам о том, что когда тегируете петли, не забывайте выдвигать их в ПНП. Закрытый ряд интерлак будет выглядеть как практически рачий шаг. Если вам понравилось это видео, не пожадничайте поставить лайк и написать комментарий. Это простимулирует меня на то, чтобы я захотела записать для вас следующее интересное видео. А также, если вы все еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь на наш канал, находите нас в социальных сетях. Мы с вами закрыли последний ряд, получили идеально ровный прямоугольник. Согласитесь, это может быть шикарный шарф, шикарный палантин, повязка на голову, свитер, плед, да абсолютно все что угодно. С вами была школа вязания Лоррейн Вулхард. Ну а если вы хотите связать шапку в этой замечательной технике, делитесь этим видео в ваших социальных сетях, зовите друзей, пишите комментарии. Чем больше будет лайков и комментариев на это видео, тем быстрее это простимулирует меня связать вместе с вами шапку в этой замечательной технике.